жильцы дома 76 по улице Шевченко просят помочь нам с нашей бедой. Мы не справляемся. Течет вода. Вот это прошла уборка у нас. В прошлом году убрали все. Деньги взяли, уборки нет. Дальше спускаемся. Частичная течь у нас здесь. Идем, показываем. Эта течь идет в течение с 23-го года. Скоро будет год. Заходи сюда. Это только начало всех начал. Пошли сюда. Это подтопление первого подъезда. Полностью залито. Идем дальше. Тебя прям в сапогах надо снимать, что это тут. Да, 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 в сапогах, да. Снимай. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, это сейчас будет дальше. Хоть твари, это они все, вот это вот ничего не делают. Да ничего они не делают, они с нас деньги только. Уже два раза сказали, они делали. Они ничего не делали. Как они сюда заходили? Самое интересное впереди. Нам сказали, что тут частичная идет. Течь частичная. В каком месте они тут заделывали, неизвестно. Вот смотрите, как у нас здесь идет вода. Вот она льется. Так. Ага. Подожди, держи. Ну, теперь вот. Ниже опускай. Вот куда оно льется. Где, в каком месте было заделано это? Покажите. Вот тут, в каком месте. И так вода льется уже ровно год. Вот она с этой трубы, и она льется. Да, это старая труба отопления, которую обрезали, вот новая у нас пошла. А это старая труба отопления, ага. В нее попала вода, нашло русло себе. И теперь городская вода, питьевая вода, течет у нас под дом, вот. Ага. Нам объяснили, что оно слегка уходит, теперь течет слегка и уходит в канализацию. В какую она канализацию уходит?